студия. Юлия Сазонова. С бокалом. Лёня, я надеюсь, ты не про Юлю сейчас читал? Нет. А то она сейчас я могу прочитать и про Юлю. У меня еще есть женские стихотворения. Это мое любимое стихотворение у Лёни было сейчас. Вот туда. Теперь прочти свое любимое. А подождите секундочку, пожалуйста, именинник. Вот сюда. У меня есть одно поздравительное стихотворение, написанное сегодня. Девушка, вот сюда. Не стойте за этим микрофоном, он не работает. Хорошо. Уже кричат на меня. В общем, стихотворение посвящается Лёне. Он куда-то уходит. Я ухожу служить. Давай-ка, Лёня беленький, махнем с тобой по беленькой. За юбилей, за 50 грамм, ну хотя бы по 50. Сегодня счастливо быть здесь. И тост, конечно, тоже есть. За твою молодость души, за жизни наши виражи. Пускай отныне и всегда горят сильнее твои глаза. И хоть немного отдохнут с мобилки, взгляд перенесут. Признаюсь, я эффектно шармом, тебе лишь стих читаю бармен. Ты, Лёня, лучший вдохновитель любви, здоровья и открытий. Ну и, соответственно, стихотворение бармен. А я сегодня немножко странная, красивая, безумно, безумно пьяная. Как здорово, что ты работаешь барменом, хотя, в принципе, я и трезвая, странная. Давай умчимся на твоей навороченной ладе, куда глаза глядят за пределы МКАДа. Давай посмотрим на крайние звезды августа. Мой милый бармен, с тобой запредельно радостно. Стой, погоди-ка, какого хрена мы в области? И что твой язык делает в моей ротовой полости? Какие звезды к чертям, какие август? Что-то меня тошнит, не касайся, пожалуйста. Как мы с тобой доехали на такой колымаге? Ладно, погнали, купим водички в универмаге. Сори, чувак, сердце девичье рьяное, особенно одинокое и безумно пьяное. В прошлый раз, когда я была на 49-летии у Лёни, я такой фразой обронила, что я не замужем, я свободна. Ну так вот, я до сих пор свободна. И стихотворение в тему. Грей, пока я не завела котов, пока еще тело мое в цене, в конце-то концов, ты где? Грей, я знаю, далек твой путь сквозь тернии, пробки, кредит, алкоголь. Ты только налево не смей свернуть, а соль. Спасибо большое. Лёня, я тебе тут подарочек маленький приготовила. Написано «For ideal man». Для меня идеальный мужчина. Ну, для всех не обязательно дарить маленькие, можно и большие. И вот я смотрю, здесь конверт. Лёшка, спасибо тебе большое. Все основное в конверте, Лёнь. Большое в конверте.